В июне 2022 года выпускники Щелковского колледжа по компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи» впервые государственную итоговую аттестацию проходили в формате демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. У нас много специалистов с высшим образованием, у нас много инженеров, а людей, которые умеют работать в поле, умеют работать руками, их все меньше и меньше. И сейчас обучение и в конечном итоге как государственный экзамен, проверка знаний и умений молодых ребят делать ту работу, которую они должны будут делать потом, это очень большой шаг в нашем деле. Я думаю, что будущее как раз за такими молодыми специалистами. Тренируют ребят преподаватели колледжа, а на экзамене их работу оценивают независимые эксперты. Учитывается все – порядок и качество действий, обеспечение мер безопасности, чистота на рабочем месте, соблюдение инструкции монтажа. А в случае отсутствия необходимого элемента в предоставленном для работы оборудовании, экзаменуемый должен попросить дополнительный комплект. Паспорт компетенций, который получат выпускники, Skills Passport – весомое дополнение к диплому о среднем специальном образовании и дополнительный аргумент для работодателей. Предприятиям нашей страны, конечно, нужны грамотные специалисты, которые сразу вливаются в трудовой коллектив. От того, какая подготовка даем мы, зависит очень многое. Готовим ребят не только по практическим навыкам, но и по электробезопасности. Мы присваиваем ребятам группу по электробезопасности, и они сразу же, буквально после небольшой стажировки, работают в бригадах. Потребность в специалистах-электриках достаточно высокая. Вот сейчас Щелковский филиал Мособэнерго, электросетевая организация, обратился к нам, чтобы им передали для устройства на работу, для прохождения производственной практики наших студентов. И наши выпускники с удовольствием там работают. Трудятся они также в Щелковском водоканале, на градообразующем предприятии «Щелковский химзавод», так что специалисты нужны. В Щелковском колледже уверены, подготовка по стандартам WorldSkills и проведение демонстрационных экзаменов у студентов позитивно скажется на качестве образования. И надеются, что с 2022 года подобная практика продолжит внедряться и в других колледжах в России.